Что такое стратегическое мышление? Ну, вроде бы речь идет о будущем, то есть мы должны как бы заглядывать наперед, и в этом есть стратегия. Но на самом деле все ресурсы есть в настоящем, да? А будущее – это всегда гипотеза, да? Это всегда прогнозы, и мы можем ошибаться. По-настоящему стратегическое мышление – это мышление, когда вы хорошо видите то, с чем имеете дело, и возможности, которые есть на сейчас. Потому что из этого и рождается реальная стратегия. И когда мы говорим про стратегическое мышление, мы обязательно должны учитывать, что мы отвечаем на три важнейших вопроса. Что, да, про суть дела, как эта суть может быть реализована, и, разумеется, зачем, да, какова цель. Когда вы видите в настоящем, в том бизнесе, который у вас сейчас есть, ответ на эти три вопроса, поверьте, вы почувствуете в себе стратегическое мышление.